Югорчане за 5 месяцев прочитали больше 76 миллионов страниц. Итоги больших книжных гонок подвели на этой неделе. Награждение победителей регионального проекта прошло в окружной столице. Напомню, масштабные книжные соревнования стартовали в мае. Югорчане все это время вносили на сайт проекта информацию о прочитанной литературе. Победители среди муниципальных районов и городских округов определяли по количеству зафиксированных страниц. Так, самым читающим стал Сургутский район. Его жители осилили больше 10 миллионов страниц. Второе место и результат в 9 миллионов 700 страниц у Советского района. Среди городов победу одержал Нижневартовск. Жители столицы Самотлора прочитали 9 миллионов 300 тысяч страниц.